Наталья Владимировна, мы получили задание на проведение декларационных испытаний нового препарата, который сейчас уже выходит на рынок, Мессер микроэмульсия 200 грамм плюс 25 граммов на литр. Задание поняла. Надежда Изотова возглавляет химико-аналитический отдел на заводе «Щелково-Агрохим». Предприятие в тройке российских лидеров по выпуску химических средств защиты растений. Подсчитано, что каждый шестой гектар сельскохозяйственных земель обрабатывается продукцией «Щелково-Агрохим». Подразделение Надежды Георгиевны – глаза и уши предприятия, контролирующие химический состав сырья и конечной продукции. Мне-то больше всего нравится в этой профессии как раз то, что можно как-то логически построить вообще этот анализ. Конечный правильный результат зависит от того, как ты грамотно построишь аналитический контроль и как ты предложишь какие методы анализа. В распоряжении Надежды Изотовой 60 специалистов и 5 лабораторий. Они контролируют работу 4 производственных цехов, где одновременно выпускают до 20 различных химпрепаратов. В состав ассортимента организации входит 150 препаратов. Поэтому некоторые препараты есть у нас, которые выпускаются в количестве больше, чем 1000 партий в год. То есть, естественно, это очень большое количество анализов. Вот мы можем посмотреть на диаграмму, что сравнить, сколько у нас выполнялось анализов вот в 2015 году, если это было 50 тысяч определений в год, то в этом году 110 тысяч определений. Химик-аналитик легко оперирует большими объемами данных. Эти навыки Надежда Изотова получила еще во Всероссийском НИИ химических средств защиты растений. В отделе аналитической химии студентка проходила практику во время учебы в педвузе, чтобы в будущем преподавать детям биологию и химию. Но с каждым днем, проведенным в НИИ, она все глубже погружалась в волшебный мир химических процессов. Очень был хороший руководитель научный, когда я пришла. Вот Мясоедова Антонина Семеновна, она старший научный сотрудник. Научила строить отношения. Вот, потому что тоже на работе важно, как ты выстраиваешь отношения. Там, как, потому что это все-таки было, я попала в исследовательскую группу сразу после института. Получив диплом в 1978 году, Надежда Изотова стала полноправным сотрудником института. Последующие 15 лет целенаправленно занималась аналитической химией. В лихие 90-е институт остался без финансирования. И чтобы содержать семью, Надежда Георгиевна устроилась работать учителем. Не сложилось, потому что очень сложно. То есть голос надо иметь, либо у меня там без голоса через 4 урока я не смогла просто вообще говорить даже. Надежда Георгиевна вернулась в НИИ. Однажды к ней подошел знакомый и предложил работу на новом предприятии. Это был основатель компании «Щелково-Агрохим», химик по профессии Салис Каракотов. Надежде Изотовой поручили возглавить лабораторию опытно-наработочного цеха, площадку, где гениальные мысли химиков превращаются в продукты промышленного масштаба. Каждый новый препарат – это же результат деятельности очень многих людей. То есть это все собирается и аккумулируется, и потом уже попадает в сельское хозяйство и получает предприятие прибыль. Это вот усилие собирается у многих людей. Анализом свойств химических средств защиты растений, ранее не применявшихся в сельском хозяйстве, Надежда Изотова занимается на «Щелково-Агрохим» уже более 20 лет. Изучила методики до мелочей. Научная и поисковая работа всегда предполагает то, что как бы мы должны быть в курсе последних требований. Поэтому, ну и, во-первых, новое оборудование позволяет нам делать больше определений, более короткие сроки, с большей как бы вероятностью получить качественный результат. Она очень серьезный специалист, очень профессиональный, с большим опытом работы, строга, но справедлива. Поэтому, если что-то Надежда Георгиевна спросит, то я думаю, что все к ней прислушиваются. Надежда Изотова приложила все усилия, чтобы ее химико-аналитическая лаборатория получила государственную аккредитацию, высший уровень доверия к результатам исследований, а следовательно и к продукции «Щелково-Агрохим». Очень редко, но и в аналитической работе случаются ошибки. И тут Надежду Георгиевну выручает природный дар дипломата. Где улыбнешься, где пошутишь, где построже, пожестче, ну, смотря из-за ситуации, смотря какой человек. Мы ежегодно вводим новые препараты, и, естественно, немалой заслуги здесь и Надежда Георгиевна. Она отрабатывает методики,
у нас сертифицированная лаборатория, поэтому все те препараты, которые мы выпускаем, в общем-то, они идут с хорошим, с высоким качеством. Наталья Владимировна, как у вас дела? Так, заколота вторая навеска, уже получен результат. Наши диапазоны, мы попадаем. Хорошо, тогда вы все оформляйте, как нужно, записи, да, я там от себя тогда уже буду делать протокол. Потребители в России и за рубежом выражают доверие к продукции «Щелкова Агрохим». Во многом потому, что декларационное испытание средств защиты растений выполняет Надежда Изотова. Михаил Налетов, Валерий Жиглей, Игорь Поляков. Щелковское телевидение.